Отличная работа. Спасибо. Наши офицеры освобождены. Советская армия выбита из Франции. Таня сейчас работает под прикрытием, пытаясь получить нужные нам сведения. Если бы я знал, то рассказал бы! Таня? Командир? Лейтенант Ева. На поле боя всякое случается, господа. Я тебя не осуждаю. Такого себе и не представишь. Можете обрисовать командиру ситуацию? Конечно. Красные в Гейдельберге. Скоро мы будем знать все о местоположении их полевого штаба. Но штурмовать его я не намерена, нет. Вам придется действовать в одиночку. Лейтенант Ева, вы пуговицу специально расстегнули на этом, да? На рубашке? Хорошо начинаете, командир. Спасибо. Мы вынудили советские войска отступить в Германию к своему генеральному штабу. Советские позиции хорошо укреплены, в лопах не взять, поэтому вам придется пробираться в город по реке. Тесла. В нужное время под ваше командование перейдут бомбардировщики класса «Мститель». Мы выбьем советские войска обратно в Сибирь. А почему именно в Сибирь? Здесь, в Гейдельберге, расположен советский штаб. Ох. Ваша задача – развернуть базу и уничтожить его. Мне ваши что-то мстители не обрадовали. Перебросьте МСЦ в сопровождении конвоя вверх по реке. По данным разведки, русские не ожидают десантной операции. А, и все что? Еще одна красавица. Красивую девушку в этой игре, а вы заметили? Русские пока не обнаружили нас. Следует скрытно перебросить МСЦ вверх по реке. Вам нужно основать базу и подготовить плацдарм для атаки на генштаб. Если сможете, постарайтесь сильно не разрушать город. Нормально, да? Огромная толпа белых медведей. Переброска по суше. Корабли на подводных крыльях оснащены орудиями, крайне эффективными против авиации противника. Они могут использовать постановщик помех, блокирующий врагу возможность вести огонь. Хм, интересно. Вас понял. Спасибо, что подожди. Страж бою готов. Вас понял. Командир, подъем перекрытия за этим крайсерских спускалей. Да, о. Вас понял. Да, ну, он хорошо этот крошит. Вас понял. Хорошо крошит он ВВС. Итак, мы в Гейдельберге, сэр. Я командир Лизет, и я буду вашим помощником в этой операции. Может, я не герой, но тех, кто меня недооценивал, давно нет в живых. Альянс использует специально обученных боевых дельфинов. Нормально. Они вооружены ультразвуковыми орудиями, эффективными против кораблей. Дельфины могут выпрыгивать из воды, уходя с линии вражеского огня. Страж бою готов. Можете на нас положиться. Здесь много красивых девочек в этой игре, да, плюс в придачу еще этот их его. Да, сэр. Эта игра любит дельфинов, животных. Вас понял. У нас новый приказ. Вас понял. Можете на нас... У кораблей на подводных крыльях два орудия, стандартное и постановщик помех. Нейтрализуйте с его помощью орудия Тесла, и дельфины вашего коллеги смогут атаковать их без потерь. Да. Переброска по суше. Звуковыми волнами, получается, дельфины так вот, да? Они же умеют там какие-то звуки издавать. Назад. Все. Вас понял, выполняю. Конечно, да, вообще незаметные мы такие здоровые бандуры доставили в центр города. Вообще незаметно. Впереди вижу автомеханика. База, кстати, не секрет. Ваш флот продолжит выполнять отданный приказ. Однако вы нужны нам здесь, на суше. Постройте базу и готовьтесь к штурму советского штаба. Будьте начеку, сэр. Они знают, где вы. Я счастлив. Ой, вижу захрень. А, железный занавес. Плохие новости, сэр. Русские смогли создать железный занавес.
Благодаря ему бронетехника врага может ненадолго становиться неуязвимой. Уничтожьте это оружие. Какие там этих защитных сооружений? Ё-моё, настоящая крепость, блин. Ну если АЭС уничтожить грамотно. Судя по всему, русские развернули базу таким образом, что большая часть их мощностей и ресурсов оказалась в угрожаемой позиции. Если мы нанесем удар по этим целям, их обороноспособность серьезно пострадает. Новое задание. Чё, разведка боем, блин? Европа принадлежит Советскому Союзу. И я прослежу, чтобы так оно и осталось. Олежик, Олежик, не туда суешься, братан. Доступны новые постройки. Вперед, ребята! Идет строительство. Ой, Женя уже бежит. Хорошо. Олежик уже бежит. Не, Женя тоже. Так. Аэродром, да? Строительство завершено. Идет строительство. Обнаружена база противника. Вперед, ребята! 5 тысяч нормально. 50 тысяч нормально. Идет. Да. Строительство завершено. Тесла, конечно, прилично здесь, не считая еще этих. ПВОшек. ПВОшек вообще до хрена. Денег, как обычно, не хватает. Хм, нормально. Строительство завершено. Доступны новые постройки. Идет строительство. Так. Обнаружен противник. Идет строительство. Немножечко надо все-таки поставить. Так. Второй аэродром давай. Строительство завершено. Я храню мир. Так, пускай будет. Идет строительство. Ну и делаем ВВС по максимуму. Что у нас там? Еще один? Да. Идет строительство. Что она мне дала? Что за подпой, да, на все долго, да, постарше, чем Олимпиадуки. О, хорошо. Вот три снаряда дают. Командир, советские войска открыли тут свою лавочку. Я окружена. Здесь слишком жарко, я не смогу уйти. Вы должны меня отсюда забрать. Получено дополнительное задание. Я, говорит, там не пойду, говорит, вы сами, говорит, справитесь без меня. Отмен. Идет строительство. Что у них там? Чем вам готовы помочь? Применить переохлаждение. ПВО нету, я смотрю. Проверка спутниковой связи. Смена позиции. Чем вам помочь? Сэр, нам нужна помощь. Строительство завершено. Укажите цель. Здесь свалили бы, да, разве? Обнаружен противник. Красава. Обнаружена база противника. Связь установлена. Эгида не проникает. На союзника напали. О, уже начинается мясорубка. Объект под огнем. Нормально, так-то нахерачит это, Птуроль, с дробовиком. Идет строительство. Так, я опять забыл кое-что сделать. Опять все психи должны быть. Сэр, нам нужна помощь. Чем вам помочь? Попрощайтесь. Вы не те цели атакуете, ребята. Поблагодарите меня, чем вам помочь. Связь установлена. Спутник на второй линии, сэр. Нет.
Поняла, я его уберу. Чем вам помочь? Так. Идет подготовка. Мне нужно полотенце. Обнаружена база. Они прямо на переброски готов. Как вам помочь? Не промок. Мстители, бомбардировщики непосредственной поддержки, используются для борьбы с техникой. Каждый рейд должен завершаться возвращением на аэродром, что можно сделать в ускоренном темпе. Что у нас под носом? Объект под огнем. Объект уничтожен. Они прямо у нас под носом! Сэр, нам нужна помощь. Что, мы уничтожили, что ли? Воздух. Операция прошла успешно. Готовы применить переохлаждение? К ремонту готов, приказывайте. Нужен ремонт? Не прерывайте связь! Готов. Приветствую, шеф. Раз, два, три. Полетел. Назад. Да, сэр. Фиксируем координаты. Перемещаемся на дистанцию. Вот этих уничтожьте, ребята. Я так и знал! А я только-только привык к воде. Я не задержусь. Объект... В воздухе, что ли, долго убили? Объект под огнем. На союзника напали. Завали, красава. Космическое орудие на второй линии, сэр. Эгида непроницаема. Смена позиции. Связь установлена. Что еще я могу для вас сделать? Так. Обнаружен противник. Страж к вашим услугам! К бою готов. Доложите обстановку. Патрулирую. Здесь постройтесь-ка. Знаешь, как пехота, а? Укажите цель. Объект под огнем. Страж к переброске готов. Мне нужно полотенце. Я пристегну. Да тут я, чего надо? Опа, опа, проблема! Медведи все сейчас поубивают! Смоем их! Я на месте! Спасти машину! Лучше главное разбегу плюх! Да. Мы в угрожаемой позиции. Уничтожили все-таки. А ну-ка, вскипятим водичку! Снарядов не жалеть! Мощность сигнала падает. Воздух, все готовы. Вперед! Хотя надо спасти. Отлично. Не поможете мне разобраться со второй базой? Думаете, такой умный, да? Взорвали один реактор, затем второй реактор. Ха. Это лишь внешний рубеж обороны. Внимание! Я О, придурки мелкие бегут! Готов, сэр, приказывайте. Кого? Кого бомбить? Они прямо у нас под носом! Что мне делать? На базу езжай. Они прямо у нас под носом! Идет союзник. На союзника напали. Они прямо у нас под носом! Так точно. С удовольствием. Этих-то разбомбите. Готовы начать. Перемещаемся на дистанцию удара. Мы не можем перемещаться с активированными щитами, сэр. Одну секунду, сэр. Прием, прием. Выбираем группу целей. Готовы применить переохлаждение. Я на месте. Мы с этим разберемся. Обнаружена база противника. Обнаружен противник. Доступны новые постройки. Идет подготовка. Вы в угрожаемой позиции. Непременно. Строительство завершено. Они прямо у нас под носом. Так, вперед, летим. Летим. Так точно. Они прямо у нас под носом. Смена позиции. На базу напали. Готов,
Здравствуйте, к вашим услугам! Готов, сэр, приказывайте. Фиксируем координаты. Так, у нас здесь союзник пока появляется. Пока что. Вас поняла, оставайтесь на связи. Объект. Не прерывайте связь! Если ты не выкинешь бомбу по пути в другое место, нет, не выкинет. Есть! Какую толпу создает, а, блин? Мы в угрожаемой позиции. Припасов оставить. Мне нужно полотенце. Нужен ремонт. На союзника напали. Ваш звонок очень важен для нас. Мы в эфире. Космическое оружие. Щиты активированы. Обнаружен противник. Сае, уничтожите вообще прилично. Как прекрасно будет. Фиксируем координаты. Что еще я могу для вас сделать? Что там у нас? Нихера себе. Ого. А, он апокалипсис, а почему его мастодонт называют? Ой, мамонт. Вперед. Спасите Татьяну. Чтоб наверняка бомбите. Спутник на второй линии, сэр. Так. Больше ракетчиков сделаем. Повыше. Они прямо у нас под носом! Уровень повысить-ка. БМП вперед, быстро, быстро, быстро. Они прямо у нас под носом! Смотри-ка, оружие стырить решил. Так, это чини. Они прямо у нас под носом! Проверка спутниковой связи. Эгида непроницаема. Хотите его смерти? Не вопрос. Давай, уничтожай его. Объект под огнем. Обнаружена база противника. Я здесь. Я с ним разберусь. Миру мир. Дополнительное задание выполнено. Ошибись. Пора начинать развертывание. К бою готов! Чуть было не пропало. Спасибо. Может, я окажу вам ответную любезность? Жизнь хотела нам помогать. Он стал историей. Обнаружен хотел. Опа! Вот и проблемы начались, да, у тебя? Готовы начать спутниковое наблюдение. Укажите место. Обнаружен. Тесла, да, значит, сделали. Беллинг цели произведен. Космическое оружие второй. Щиты активированы, сэр. Туда бесполезно пехоты наступать. Обнаружен противник. Объект. Беллинг цели произведен. Готово. Так. Беллинг цели произведен. Так просто они нас не остановят. Да, вы же все психи. Нет, не все. Какие будут приказы? Беллинг цели произведен. Уже исследовано. То есть Таню... Да, Таню в этом бою нет, нельзя. Сэр, нам нужна помощь. Таню нанимать обнаружу нельзя. Задействуй оборонительную систему. Попить надо, попить, попить. Бомбим. Неважно. Мы потели. Выходим из боя. Зараза, у них еще он лечит, блин. Так. Мы в
Железный занавес нам уничтожить. Следующий цель он. Чтобы уничтожить вот эти вот. Что там у него? АЭС. Я где-то видел АЭС. Или не видел? Это станция получается. Живучая. Признаю. Готовы начать? Займемся делом? Я на месте. Так точно. Вас понял. О, нихера, ты что и забыл? Я на базу. Космическое орудие на второй линии, сэр. Спутник на второй линии, сэр. Обнаружен противник. Объект под огнем. Объект. Мне так нравится, пехота воюет, так ВВС так летает над ними, над головами, и атакует тоже. Вот и все, ребята. Что ж, вам удалось уничтожить железный занавес. И ладно, мои танки класса Апокалипсис раскатают вас и без него. Ну-ну. Идет перезарядка, ждите ответа. Там уже этот есть, да? Там уже есть эти. Вот ПВО. Думаю, будет лучше, если мы сконцентрируем огонь на одной цели. Уж поверьте мне, командир. Уже быть, поверим тебе. Ну, а еще лучше. Готовы применить переохлаждение. Идет. Они прямо у нас по нётам! Разбомбим все объекты дотла! Хоту... Хоту уничтожили. Обнаружен противник. Беллинг цели произведет! Они прямо у нас по нётам! Сэр, нам нужна помощь! Эгида не принесла. Джем, да, сбоучится. Они прямо у нас по нётам! Апокалипсис! Они прямо у нас по нётам! Фиксируем координаты. Смена позиции. Они прямо у нас под носом! Беллинг цели произведет! Щиты все еще включены, сэр. Они видим прямо цель. У нас под носом! Так. Они прямо у нас под носом! Беллинг цели произведет! А я могу сделать? Они прямо у нас Это под носом! Это поздно. Да, могу. Обнаружена база противника. Они прямо у нас Беллинг под носом! Беллинг цели произведет! Может, мамонт? Не клевать носом на лаке! Прием, прием. Что еще я могу делать? Быстрее, быстрее, быстрее сюда. Может, не знаю, как ты узнал про это место, скотина? Эгида непроницаема. Космическое орудие на второй линии, сэр. Никак нет, сэр. Бомби, бомби. Открыть огонь из спецорудий. Пора освежиться. А я только-только привык к воде. Добавим воду красненького. Проверка спутниковой связи. Добавляй, добавляй. Объект подошел. Объект уничтожен. Че, комбайн уничтожил, зараза? Да, он... А, нет, он здесь. Держитесь, ребята! Я так и знал! Вот так, командир. Че, уничтожили, что ли? Вы прекрасно со всем справились. О, красава. Красава, ВВС, спасибо, поздравляю. Спасибо всем тем, кто смотрел. Всем пока. Увидимся в следующих сериях. До скорого.